Официально засиял новогодними огнями ледовый каток. В последний рабочий день прошлой недели дали старт ледяным развлечениям. Впервые в этом году на площади Дворца культуры «Энергетик» был залит каток. Он занял всю площадь по бульвару Победы. Так что теперь, чтобы покататься на коньках, не обязательно идти в специализированное место. Здесь ждут всех и любителей, и профессионалов. К тому же организован прокат коньков, согреться можно горячим чаем. Так что на главной площади города теперь тоже есть чем заняться в длинные новогодние выходные. Гостей праздника развлекали артисты управления культуры, а юные фигуристы и хоккеисты уже вовсю гоняли по льду. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Заинска.